Всем привет! Завтра будет последний вебинар в серии нашего онлайн-курса про специалиста по работе с подростками 2.0. И это означает, что сегодня самое время для того, чтобы подвести итоги, что у нас было, что получилось, и поделиться этим с вами, решили мы. Вот. Поэтому я пишу это видео. Что я могу сказать? Курс, по моим ощущениям, точно удался. К нам присоединилось 30 прекрасных человек, из них 20 сделали хотя бы одно практическое задание, а это означает, что они пошли и руками поработали с конкретными подростками в рамках процесса обучения, вышли в поле, и, по-моему, это очень круто. У нас уже прошло 15 больших вебинаров, часть из них провели мы сами командой, на часть пригласили крутейших специалистов. Вика Шиманская рассказывала про эмоциональный интеллект. Екатерина Галяева рассказывала про то, как устроен мозг подростка и как с ним в связи с этим взаимодействовать. Валя Русакова рассказывала про то, как собирать образовательные программы, как их придумывать так, чтобы они были вовлекающими, интересными для ребят. Гоша Голышев приходил и рассказывал про то, из какой роли эффективно взаимодействовать с подростком для того, чтобы сохранить с ним контакт. В общем, это было супер сочно. И судя по той обратной связи, которую мы на протяжении всех этих 2 месяцев собираем, помимо некоторых косячков, которые мы правим, большая часть людей, в общем, говорят, что это было для них просто мозговзрывательно и сильно поменяло их отношение к подросткам. В этом, собственно, и цель курса. 29 числа, а именно в ближайшую субботу, у нас стартует второй поток, который мы практически полностью пересобрали с учетом новой обратной связи. У вас еще есть шанс к нему присоединиться, поэтому не упускайте возможность и присоединяйтесь к нему.